Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Извиняюсь, что пропало немного с радаров, спешу вернуться. И сегодня давайте посмотрим на новиночку, которая практически неделю назад уже вышла. Группа CNBLUE выпустила предрелизный сингл предстоящего 13-го синглового альбома японского, который выйдет 19 октября, по-моему, если не ошибаюсь. Трек называется Let It Shine. Группа CNBLUE дебютировали в 2009 году изначально в Японии, агентство FNC Entertainment. В группе было тогда 4 участника, вплоть до 2019 года, собственно, было 4 участника. Дебютировали они с полностью английским мини-альбомом. Спустя месяц после вот этого японского дебюта у них сменился басист. Басистом стал Джун Шин, который по сегодняшний день, собственно, в группе находится. Кстати, сегодня у него день рождения. Поздравьте, поздравьте Макнешу. Вот. Группа расшифровывается как CN — это codename, а Blue — это аббревиатура из псевдонимов участников четырех на тот момент. Be Burning — это у нас Джон Хён. L Lovely — это Мин Хёк. You — это Untouchable, это Джон Шин, собственно. И Emotional — это Йонхва. Вот. Вот такие вот имена. Ну, сейчас, к сожалению, у нас 3 участника осталось. Джон Хён в 2019 году покинул группу, не знаю по каким причинам. Поэтому на сегодняшний день группа состоит из 3 участников. Вот это так, кратенько по группе. А, в Корее, собственно, они дебютировали на следующий год после японского своего дебюта в 2010 году. Вот, давайте, наверное, приступать к просмотру, к прослушиванию. Дидин-дидин, дидин-дидин. Тавайце. Хана. Тульсет. Едем. А, я же не сказала. Инструментальная группа. Классненько. Вот, именинник. Хорошо, а? Блин, вот кто-кто, а Мин Хёк вообще капец как изменился за все время существования группы. Прикольные такие переключения кадров. Запоминающийся припев. У них такие морды серьезные. Мордочки, лица. Я любя, если чё. Let it shine, 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 shine,
Надо переслушать не в Ютубе трек. К Ютубу вопросики, или у нас все так же корейцы не умеют сводить качественно роцк. Потому что звук прям очень сильно высоких частот много, низких не хватает. И как это обычно бывает, собственно. Плохо свели немножко звук. Ну, это я сейчас не утверждаю, надо это послушать. Не на Ютубе все это дело, а трек классный, мне прям нравится. Хорошо, позитивно. Единственный момент, что я не нашла лирики вообще, ну, чтобы хотя бы кривопереводом это все дело перевести, не нашла я ничего. Нигде. Нету. Не то, что как бы на русском, не то, что на английском, даже на японском я текст не нашла трека почему-то до сих пор. Нигде не выложен, либо я криво как-то искала, либо это где-то прям вот надо на японских сайтах искать, но что-то не вели поисковики меня в те края куда-то. А на Genius нету этого трека. Поэтому без понятия, о чем они там поют, но исходя из названия Let It Shine, просто сияй или пусть сияет, что-то про позитивное, ну, судя по настроению трека, по названию трека, что-то про хорошее, вот. Единственный момент, почему у них такие моськи были серьезные. Может быть, сияй в плане, типа, ты крутой? И, типа, ты крутой, сияй, потому что ты крутой. Не знаю. Либо там что-нибудь про отношения. В общем, ладно, гадать не буду. Все равно, наверное, не попаду никуда пальцем в небо. Ну, а прикольный клип, красивый, хорошо снятый. Прикольно смонтировали всякие вот эти вот передвижения кадровые, цветовые решения мне понравились в локации, где они в машине сидели, когда уже вот во второй части трека, где они в начале в гараже, а вот во второй части трека, где они уже такие типа на пафосе сидят там и типа едут. Классные там какие-то полунеоновые такие цвета тона были. Здорово, здорово. И что-то еще хотела я сказать. И не могу вспомнить. А, начало клипа мне чем-то напомнило у Blitzers в прошлом летом был камбэк, что-то там Make It Trouble или что-то там с Trouble или не Trouble, вообще он там назывался. Короче, летний камбэк у них был, заглавка вот с клипом. Я такая смотрю, у меня это аж флешбэкнуло, думаю, ничего себе. Уже они там друг к другу подходили, один там сидит, другой там сидит, потом они друг к другу подошли. Ну, в принципе, хотя много кто, наверное, такие приколюхи использует. Вот. Ну что, хорошее возвращение, я считаю. У них когда последний камбэк, по-моему, когда у них последний камбэк был? В 21-м году? Осенью или летом? Короче, давно парней не было, так что я рада, что они камбэкнулись. Можно как бы и с корейским с чем-нибудь камбэкнуться. Японцев порадовали, теперь и корейцев порадуйте. Ну, мы это рады будем в любом случае, всему подряд, да? Вот мои любимые треки у Shenblue. Я все не могу привыкнуть к тому, что Минхёк так поменялся. Я просто не особо смотрела на протяжении их как бы... Ну, то есть, я же не с их дебюта за ними слежу, естественно. Я спустя 10 лет только про существование кей-попа узнала после того, как они дебютировали. Вот, поэтому я какие-то ранние клипы видела их, и то, что они там раньше очень сильно-усиленно в дорамах все играли. Ну да, они все играли и играют в дорамах. Ну, Йонхва, по-моему, чаще всего в дорамах, ну, по крайней мере, мне попадался. То в главных, то во второстепенных каких-то ролях. Вот. И я как бы помню их вот тогдашних, когда вот 10-е года, вот в те времена. Вот. А когда они в прошлом году вернулись, ну, то есть, а вот клипы их на протяжении всей вот этой дискографии я особо не смотрела. Музыку я слушаю, а чтобы клипы так пересматривать, ну, нет у меня такого прикола. Вот.
И просто запомнила образ Минхёка вот в тех дорамах, когда он вот такусенький был весь, дрещёночек, такой кавайный, няшный. А тут он как камбэкнулся в прошлом году, я такая вай, вай, вай. В шоках, короче, была. Ладно, треки любимые выделила. На этом пора заканчивать. Пишите в комментариях, как вам трек «Камбэк». Любите ли группу CNBLUE, знаете ли группу CNBLUE. И на этом, собственно, всё. Пока.